Я пригласил сюда Ольгу Касьяновну Сильченко. Это, я бы сказал, российский ведущий специалист по эволюции галактик. И более того, первый раз она делает доклад для учителей, для пропагандистов астрономии. Я вам расскажу о последних современных данных, теориях и проблемах, относящихся к формированию галактик. Тема эта очень горячая, потому что именно в этой области, во-первых, идет самое быстрое развитие, а во-вторых, до сих пор нет согласия между теорией и наблюдениями. Вот некоторые студенты очень расстраиваются. Они говорят, ну как же так? Вот нужно же, чтобы вы рассказали, как оно есть на самом деле, а у вас все получается сплошные противоречия. Я надеюсь, что взрослые люди более широко посмотрят на вещи. Вот нужно сразу примириться с тем, что теории с наблюдениями пока не согласуются. Теории красивые, стройные, а наблюдения зато многообразные и точные. И вот главная проблема – это как согласовать одно с другим, она пока что не решена. Но я вам расскажу и про теории, и про наблюдательные данные, поэтому вы сами сможете для себя составить полную картину современного состояния наших представлений на данный момент формирования галактик. Ну вот эта знаменитая схема классификации галактик Хаббла в картинках. Хаббл придумал эту классификацию еще в 1936 году в таком вот виде. И с тех пор она используется астрономами с самыми минимальными модификациями. Галактики бывают эллиптические, вот это слева. Вообще эта схема называется в простонародье вилка Хаббла, потому что слева один черенок, а справа два зубчика. Слева эллиптические галактики, а дальше направо идут галактики дисковые. Это линзовидные, это спиральные, причем это спиральные без баров, а это спиральные с барами, поэтому два зубца. Галактики слева исторически называются ранними типами, а галактики справа исторически называются поздними типами. Вот это историческое название как бы намекает, что Хаббл мог вкладывать в классификацию эволюционный смысл. Может быть, ему казалось, что эллиптические галактики, как самые простые по структуре, были первыми, а потом постепенно структура усложнялась и формировались галактики спиральные. Но на это также может намекать тот факт, что галактики спиральные – это двухкомпонентная система, как правило. У них в центре есть балдж, балдж – это сфероид, сфероидальная система. И при первом взгляде этот балдж, центральная эта система, напоминает собой как бы эллиптическую галактику, которую вот посадили в центр. А вокруг нее уже развивается протяженный звездный диск. В звездном диске есть структуры, есть бары, есть спиральные ветви. Идет звездообразование, видны области звездообразования, и вот эта вот сложная структура вроде бы должна была формироваться позднее, очевидно, по представлениям Хаббла, и на больших временных интервалах. Потом, когда наблюдательные данные накапливались и детализировались, обнаружилось, что существует различия физических характеристик между галактиками эллиптическими и галактиками дисками. Причем такие различия физических характеристик, которые очень трудно в эволюции вот выровнять. А именно, галактики эллиптические практически не вращаются. Они бывают не только круглые, но и вытянутые, такие огурцоиды. Но вот эта форма вытянутая, она поддерживается хаотическими движениями звезд. По одной оси они могут быть более сильными, по другой оси менее сильными, и вот это распределение хаотических скоростей звезд поддерживает форму галактики. А вот галактики спиральные, диски, они вращаются, и вращаются, как правило, быстро, то есть скорость регулярного вращения намного превышает хаотические движения звезд вокруг своих орбит. Вот. Поэтому момент вращения упорядоченного у спиральных галактик намного больше, чем у эллиптических. И вот придумать такой эволюционный механизм, который возьмет невращающиеся эллиптические галактики и их вот так вот мощно раскрутит, довольно сложно. Поэтому одно время
господствовала точка зрения, что эта схема не эволюционная, а это как бы последовательность начальных условий. Вот изначально есть момент вращения, получится дисковая галактика, изначально нет момента вращения, получится эллиптическая. Но потом мысль развивалась, и сейчас снова в эту схему вкладывают эволюционный смысл. Но космологи все перевернули наоборот. Сейчас считается, что первыми были галактики дисковые, а потом эволюция шла в этом направлении, сфероиды все увеличивались и увеличивались, и конечным продуктом эволюции считается галактика эллиптическая. Вот сейчас я подробнее расскажу, откуда взялась эта точка зрения. Дисковая галактика, как я уже сказала, это галактика двухкомпонентная. В первом приближении можно сказать, что она состоит из двух крупномасштабных звездных подсистем. В центре находится сфероид, который называется Балджем. У него три измерения, поскольку он сфероид. А дальше на периферии вы видите звездный диск. Звездный диск — это семисплюснутая система, это типа такой тарелки. Вот, поэтому в моделях довольно часто система считается двумерной. То есть у нее есть радиус, вот, у нее есть как бы азимутальное направление, но толщина считается много меньше, чем размеры плоскости. И хабловская классификация на данный момент, по данным представлениям, связывается именно с соотношением светимости вот этих двух компонентов, балджа и диска. Сам-то Хаббл рисовал свою классификацию по форме спиральных ветвей. Туго закрученные спиральные ветви, менее туго раскрученные спиральные ветви, гладкий вид спиральных ветвей или пучковатый вид спиральных ветвей. Вот. Но потом этот признак как бы ушел на второй план, и сейчас считается, что вдоль хабловской последовательности меняется в первую очередь соотношение диска и балджа. Когда вы смотрите на дисковую галактику с ребра, это хорошо видно глазом. У поздних типов балджи маленькие, вот они тут мало торчат, а диски большие. А у дисковых галактик ранних типов балджи по светимости намного превосходят диски. И когда набрали статистику, ну, изображение галактики можно каким-то образом разделить вот на сфероидальную подсистему и плоскую. И когда набрали статистику, то оказалось, что действительно вот вдоль хабловской последовательности доля балджа в общей светимости, B — это балдж, T — это total, общая светимость, действительно доля балджа в общей светимости падает при движении вдоль хабловской последовательности слева направо. Если в галактиках ранних типов балдж может вкладывать до половины общей светимости, то уже к типу SC галактика остается практически без балджа с одним диском. В ближней Вселенной вокруг нас спиральные галактики доминирующие звездным населением. Более 70% всех галактик в ближней Вселенной — это галактики спиральные. Следующий по распространенности тип — это галактики линзовидные. То есть это тоже дисковые галактики двухкомпонентные с балджами и дисками, но в дисках не видно спиральных ветвей и текущего звездообразования. Ну, в принципе, это близкие родственники. Вот их 15% ближней Вселенной. Вот есть галактики с неправильными формами, которые трудно классифицировать, их 10%. Вот. И эллиптические галактики, чистые сфероиды, составляют в ближней Вселенной только 3% всех галактик. Вот на этот процентный состав морфологических типов и, в частности, опирались теоретики-космологи, когда строили свою феноменологическую схему формирования галактик и преобразования одних морфологических типов в другие. То есть спиральные галактики, дисковые галактики с маленькими балджами формировались первыми, их было много, а вот потом некоторые из них породили, очень некоторые из них, породили галактики эллиптические. Кроме соотношения балджа и диска,
Есть еще один важный признак, который отличает ранние типы галактик от поздних типов. Это цвет. Ну, галактики бывают голубые и красные, грубо говоря. Вот здесь, на этих картинках, по вертикальной оси отложен как раз цвет. У этого ультрафиолет R – это красные лучи. Вот. И чем меньше это значение, тем голубее галактика. Все хорошо. Галактики действительно могут быть разного цвета. Но когда прошли большие обзоры вот, с измерением цветов многих тысяч галактик, оказалось, что распределение по цвету имеет провал. То есть не просто галактики могут быть разного цвета, а они конкретно могут быть либо красные, либо голубые. Красные галактики назвали красной последовательностью, голубые галактики назвали голубым облаком, а вот тот провал между ними, где в принципе какие-то объекты есть, но их тут значительно меньше, чем в одном из двух главных мест, вот это место назвали поэтично зеленая долина. И когда стали смотреть, какие же галактики попадают на красную последовательность, а какие попадают в голубое облако, то выяснилось, что это очень тесно связано именно с долей Балджа в общей светимости галактик. То есть все признаки, вот эти вот три, светимость, цвет и доля Балджа, оказались связаны между собой. Вот если нарисовать уже в трехмерии цвет, ну тут число галактик, а вот тут вот крутизна профиля яркости, то есть, грубо говоря, доминирование Балджа, насколько он в центре тянет на себя яркость, то тут получается, что красные галактики концентрируются на больших значениях, крутизны профиля, то есть это галактики, где Балдж доминирует, вот, а те галактики, у которых цвет голубой, это галактики, где доминирует диск. Этот факт однозначно свидетельствует о том, что голубой цвет галактики в наше время признак формирования молодых новых звезд вот, на данный момент, в данную эпоху. Это звездообразование происходит именно в дисках. То есть сфероиды – это спокойные системы без звездообразования, не эволюционирующие в нашу эпоху, а диски протяженные – это звездные системы, в которых в данный момент продолжают рождаться звезды, продолжается бурная эволюция, структурные изменения. Вот это на данный момент, да, красное смещение ноль, как говорят. Что же по этому поводу придумали теоретики? Современная теоретическая парадигма базируется на тезисе, что эволюцией структуры Вселенной управляет темная материя. Значит, темная материя по плотности, по средней плотности, по общей массе, примерно в 6 раз превосходит материю барионную во Вселенной. Единственное достоверно известное свойство темной материи, мы не знаем, мы не можем назвать, допустим, из каких частиц она состоит. Это не протоны, не нейтроны, не электроны. Это какие-то неизвестные еще частицы. Вот. И единственное достоверно известное свойство этих частиц, свойство темной материи, это то, что она гравитирует. Вот сейчас доминирует парадигма холодной темной материи. Это значит, что у нее нет давления, что частицы темной материи между собой не взаимодействуют. Единственное, что они могут, это гравитировать. Единственная сила, которая действует как между частицами темной материи, так и со стороны темной материи на материю барионную. И поэтому эволюция во Вселенной происходит под действием сил гравитации. Это все очень просто. То есть с точки зрения теоретиков это все очень просто. Компьютеры мощные. Память большая, в компьютер грузится миллиард частиц темной материи, включается ньютоновский закон взаимного притяжения, эволюция на миллиарды лет, ну то есть на миллиарды модельных лет, а в компьютере это все происходит достаточно быстро, и через некоторое время на каких-то разных этапах эволюции вот из компьютера выскакивают такие картинки. Изначально практически равномерно распределенная материя во Вселенной,
потом под действием гравитации она начинает кучковаться, потом эти кучки обосабливаются, и на финальном этапе эволюции формируется четко выраженное неоднородное распределение материи во Вселенной. На современном этапе это то, что наблюдается сейчас вокруг нас. В свое время, когда строили вот эту парадигму, строили эту модель с холодной и темной материи, собственно, свойства темной материи выбирались с таким расчетом, чтобы за время жизни Вселенной, за 14 миллиардов лет, из абсолютно равномерного распределения начального плотности темной материи, в конце концов сформировалось вот через 14 миллиардов лет что-то вот такое, чтобы можно было согласовать с астрономическими наблюдениями вот в ближней Вселенной, вокруг нас. То есть параметры, вот плотность темной материи во Вселенной, это и то, что она холодная, это как раз было подобрано с тем, чтобы темпы эволюции крупномасштабной структуры Вселенной были похожи на то, что мы хотим видеть. И вот эта картинка, это любимая картинка космологов, которая представляется как доказательство торжества справедливости теории, что теория у нас работает гениально и правильно. Это как раз сравнение предсказаний компьютерного моделирования современной структуры ближней Вселенной, распределения материи во Вселенной. Синие точки, синие картинки — это данные астрономических обзоров. Здесь сектора. Это означает, что вот так вот плоскость неба происходит, а измеряется не только положение галактики на небе, но и измеряется скоростное смещение, то есть расстояние от нас, мы вот здесь, расстояние от нас до этой галактики по Хаблскому закону. Вот. То есть строится вот такой вот, ну это срез, строится на самом деле трехмерное распределение галактик в пространстве, в таких вот конусах. Это вот обзор 2D-FGR, двухградусный так называемый обзор. Вот. А это слоуновский обзор, вот это. А вот этот кусочек, это ближняя Вселенная, это обзор Кухольца, товарищей 80-е годы, гарвардский обзор. Вот. То есть просто на больших участках неба были пересчитаны, нарисованы все галактики, определены расстояния до них. Таким образом получилась трехмерная структура распределения галактик в ближней Вселенной, которая теперь сравнивается с распределением темной материи на красное смещение 0, рассчитанных в компьютерных моделях. Вы видите, что очень похоже. Специально из компьютерных моделей были выбраны кусочки Вселенной, чтобы внешне было большое сходство. Вот двухградусный обзор для него вот такой, как такая картинка нашлась, а для слоуновского обзора нашлась вот такая картинка, которая даже воспроизводит так называемую великую стену. Как бы оболочку, в которой концентрируется очень много галактик, такая же великая стена получается и в теоретических моделях. Эта картинка впечатляет до тех пор, пока вы не вспомните, что вот здесь нарисована темная материя, плотность темной материи в пространстве, а здесь нарисованы видимые галактики, то есть барионы. Это разные субстанции. Вот. И космологи об этом прекрасно помнят, потому что если темная материя вот так вот видимым образом скучивается равномерно во времени, то есть эволюция скучивания темной материи в моделях происходит естественно равномерно, поскольку гравитацию выключить на время невозможно. Вот. То, что касается галактик, сейчас существует обзор не только для ближней Вселенной. Вот эти обзоры, если вы посмотрите на вот эту ось, до красного смещения 0,2 здесь нарисовано. Это уже на данный момент это считается ближней Вселенной. Сейчас измерено скучивание галактик на красном смещении 1, 2 и даже 3. Уже на красном смещении 3 существует известная популяция галактик, насчитывающая несколько тысяч объектов, для которых можно посчитать вот
характер их скучивания, насколько они неравномерно распределены во Вселенной. И оказалось, что чисто наблюдаемый эффект скучивания галактик не меняется между красным смещением тройка и красным смещением ноль. То есть как галактики были скучены на красном смещении тройка, так они скучены и сейчас вокруг нас. Этот эффект нашел объяснение в теории. Теоретики назвали это красивым английским словом «байзинг», что барионы, в отличие от темной материи, это вещь столкновительная, газ – это вещь столкновительная, которая обладает давлением, обладает вязкостью. Поэтому галактики формируются только при плотности темной материи выше некого порогового значения. Только в самых плотных конгломератах темной материи газ дает начало звездам и формируются галактики, а там, где чуть-чуть пониже порог плотности темной материи, там просто звезды не образуются, галактик не видно, поэтому у вас всегда галактики будут сильнее скучены, чем темная материя, из-за того, что есть пороговое значение плотности темной материи, которое отсекает вот возможность формирования звезд, если чуть-чуть не хватает. Вот. Это тоже объяснено, но тем не менее вот такая картинка, которая даже с точки зрения теоретиков является чистым жульничеством, но зато, когда ее показываешь, она производит сильное впечатление и доказывает на эмоциональном уровне, что теория все делает правильно. Вот это еще один расчет. Уже не только темная материя, если здесь чистая темная материя, гравитирующая, бестолкновительная, холодная, то вот этот расчет уже включает и темную материю, и барионы. Берем в пропорции 1:6, 1:7 темную материю и газ, и запускаем опять же эту эволюцию. Но если гравитация действует на темную материю только исключительно, то на газ, соответственно, действуют еще и всякие другие эффекты столкновительные. Вот. И поэтому газовые облака, если они уж формируются под действием, газ сначала идет за темной материей. Первые клочки – это сначала галы темной материи, которые потащили за собой газ. Но если уж газ, так сказать, сформировался в облако, то дальше, как вы знаете, такое облако будет самогравитировать, будет сжиматься, будет фрагментировать по джинсу, и там могут формироваться звезды. Вот, вот на этой картинке показан расчет, тоже компьютерное моделирование, вот, но уже с газом для 1 миллиарда лет жизни Вселенной. 0,1 миллиарда, 0,3, 0,5 и 1 миллиард лет. Рассчитывался кусочек объема Вселенной размером 100 килопарсек. Вот. То есть, собственно, речь шла о формировании, ну, грубо говоря, одной крупной галактики вроде нашей. И вот иерархическая парадигма говорит о том, что сначала должны формироваться маленькие галактики. То есть вот это скучивание постепенное, оно приводит к формированию сначала маленьких темных гал, характерной массы где-то 10⁻⁷ масс Солнца. Вот. И уже в них должно пройти звездообразование, должны сформироваться карликовые галактики. Вот. Карликовые галактики с массивными звездами, они тут же образуют звезды и новые химические элементы тяжелые, которые впоследствии за миллиард лет практически заполняют весь объем рассчитанный, то есть выходят за пределы своих галактик. А галактики, вот эта звездная система, вот, начинают сливаться. Тоже под действием гравитации. Если у вас есть карликовые галактики, они будут друг с другом гравитировать, под действием гравитации они обязаны сливаться. Тем более, что все они погружены вот в одно общее, в конце концов, темное гало. Вот. И вот через миллиард лет у вас из дюжины карликовых галактик получится одна галактика, уже более крупная. Вот эти иерархические слияния – это ключевой пункт, который заложен в теорию формирования галактик на данный момент. Иерархия почему? Потому что сначала должны образовываться маленькие галактики, а потом путем слияния маленьких галактик все более и более крупные.
То есть из теории следует, что карликовые галактики должны быть самыми старыми, а гигантские галактики должны быть самыми молодыми, потому что собрать большую хорошую галактику из маленьких кирпичиков, на это требуется время. Гравитация, опять же, действует по закону Ньютона, который никто не отменял. Соответственно, для эволюции одной конкретной галактики теоретики выделяют три основных этапа, которые могут чередоваться в разных галактиках, в индивидуальных галактиках. Эти этапы могут чередоваться по-разному, ну, чисто случайным образом, кому как повезет. Главное событие, которое заложено в теории, это слияние. Гравитация действует, галактики должны сливаться, обязаны. Слияние галактик классифицируется по соотношению масс сливающихся объектов. Вот это, для этого сейчас существует хорошее английское слово merger. Слияние — это merging. И выделяют большой merging и малый merging. Большой merging — это когда сливаются галактики сравнимых масс. Ну, может быть, равных масс, может быть, одна галактика там в два раза всего меньше, чем другая. До соотношения 1 к 4 слияние галактик называются большими. Если галактики различаются больше, чем в 4 раза по массе, то такие слияния называются малыми. Но тем не менее, вот сам факт слияния, он хорошо моделируется, хорошо просчитывается. Частота слияний для галактик разных типов — это практически, так сказать, железно задаваемый теорией пути эволюции. Между слияниями галактика остается, ну, как-то спокойно, ее не трогает сильно ее окружение. Но при этом эволюция продолжает идти, потому что барионы, звезды погружены в большое темное гало. Значит, как я уже говорила, масса темного гала в среднем 6-7 раз превосходит массу барионов. И из-за этого при вириализации газ обязан следовать за темной материей и распределяться по всему объему темного гала и нагреваться до нереальных температур. Нереальные температуры для, допустим, темного гала, типичного, как у нашей галактики, это 10^6 Кельвина, это практически рентгеновские температуры. Рентгеновский газ, он горячий, из него звезды образовываться не могут, но он может остывать. Он может высвечивать в рентгене, остывать. Когда газ остывает, он теряет энергию, но не теряет момент. Поэтому происходит осаждение туда, где у него будет наименьшая потенциальная энергия, но это осаждение не в центр, а в диск, потому что у него есть момент, и момент его будет держать на каком-то расстоянии от центра гравитации. Вот таким образом, если не трогать темное гало с погруженными в него барионами, то через какие-то миллиарды лет в результате этого процесса сформируется диск из холодного газа, а в диске из холодного газа уже зажжется звездообразование по джинсу, сформируются звезды, таким образом формируются звездные диски галактик. Звездные диски галактик — это продукт вот такого спокойного этапа эволюции темного гала с его барионами, и вот такие диски, они формируются, ну, грубо говоря, первыми. Но слияние обязаны происходить все время. И поэтому рано или поздно таких дисков, два темных гала, в которых в середине сидят диски, обязательно сольются. И вот что тогда будет с продуктом слияния, зависит от соотношения масс объектов. При если сливаются темные галы с соизмеримой массы, диски разрушаются. Динамика слияния такова, что вот тут-то как раз момент и теряется. То есть сливаются два вращающихся диска, из них получается барионный невращающийся звездно-газовый сфероид. Итак,
по современной теории формируются эллиптические галактики. Если же на большую темную гало упало с пули небольшой массы, 10% или меньше, вот, то диск звезды выживает, но с ним происходят разные, так сказать, неприятности, разные события, о которых я чуть дальше подробнее скажу. И тогда галактика остается дисковой. То есть, собственно, соотношение морфологических типов галактик, эллиптических и дисковых, зависит от того, какие слияния доминируют на том или ином этапе эволюции населения галактик. А поскольку больших галактик всегда меньше, чем маленьких, то даже на качественном уровне, даже не заглядывая в расчеты, мы можем сказать, что больших слияний всегда меньше, чем малых слияний, поэтому эллиптических галактик в ближней Вселенной существенно меньше, чем дисков. Третья фаза, которая была предложена совсем недавно, вот тут у меня картинка, кстати, Nature 2009 года, это натекание холодного газа вдоль филамента. Я должна сказать, что хотя это очень красивая идея и очень плодотворная, которая значительно облегчает жизнь теоретикам, но тем не менее далеко не все теоретики признают существование такой фазы эволюции галактик. Большая часть теоретиков сопротивляется. Исходя из самой примитивной физики, они утверждают, что газ внутри темных гало обязан быть горячим, потому что он обязан вирилизовываться. Но школа израильского астрофизика Авишая Декеля, а это его аспирант, вот, они все-таки продвигают идею того, что холодные потоки газа могут выживать и внутри массивных темных гало, даже при столкновении с газом горячим. Вот эта картинка, это тоже модельный расчет. Здесь покрашены, так сказать, вот синим, это как раз холодные потоки газа, холодный газ первичного химического состава, который ни разу не проходил через галактики, ни разу не проходил через звезды, первичные барионы с нулевой металличностью и холодные. Вот они, если на Z-тройку уже есть в распределении темной материи филаменты, то есть такие вот жгуты существенной неоднородности, вот, то вдоль этих филаментов должен концентрироваться холодный газ, и он будет натекать на центр гравитации, вот здесь вот внутри, в центре темного гала, формируется галактика. Вот такой вот зеленоватая, это уже спроцессированный газ, это тот, который прошел через звезды, вы видите тут некий диск со спиралями, вот, и выбрасывается газ, нагретый уже при звездообразовании, нагретый молодыми звездами. Чем хороша такая идея? Она хороша вообще очень многим. Во-первых, у теоретиков были проблемы, что диски, которые они формировали вот на предыдущем этапе, вот таким вот образом, они очень все-таки слишком слабо вращались в реальных наблюдениях. Спиральные галактики вращаются в несколько раз быстрее, чем модельные диски. Ежели у нас будет холодный поток, то он, промахиваясь мимо центра и натекая сюда потом, принесет дополнительный момент, это будет орбитальный момент. Он вот этот момент сюда в газ закачает, уже формирующийся диск галактики. Во-вторых, сама вот эта аккреция вдоль филаментов, она существенно медленнее, чем аккреция горячего газа из гала, поэтому процесс формирования дисков растягивается и становится более плавным на миллиардах лет. Это то, что тоже наблюдается в реальных галактиках, и то, что не получается в стандартных космологических схемах. Вот говорю, идея очень хорошая, очень плодотворная, но, к сожалению, до сих пор основным комьюнити теоретиков она не принята. Они, вот знаете, идут от чистой физики. Вот должно греться, и все. Ну, хоть тут застрелись. Вот. Суммирую, в
фазы, результаты вот этих фаз эволюции галактик. При больших слияниях диски разрушаются и образуются звездные сфероиды. При малых слияниях диски не разрушаются, но падение спутников может динамически разогреть и сделать их толстыми. И, наконец, если идет плакреция холодного газа извне вдоль филамента, особенно если филамент натекает в плоскости первично сформировавшегося диска, то такая плавная аккреция может обеспечить питание газом диска галактики на шкале в несколько миллиардов лет, и таким образом будет идти стационарное плавное звездообразование, которое, собственно, наблюдается в большинстве спиральных галактик, которое нам нужно для того, чтобы сформировать именно тонкие звездные диски. Эта проблема с тонкими звездными дисками пока что одна из нерешенных проблем теории, потому что, как я сказала, согласно расчету иерархического скучивания, слияние галактик должно происходить. Они обязаны происходить и все время, и с большой частотой. Поэтому сохранить тонкий звездный диск, такой, как в нашей галактике, который даже для звезд 8 миллиардов лет, если вы посмотрите, характерная толщина диска галактики из вот таких старых звезд всего 300 парсек, вот чтобы сохранить такой тонкий звездный диск, нужно каким-то образом на 8, на 10 миллиардов лет отключить все слияния. Это невозможно. Если у нашей галактики есть темная гала, которая, так сказать, ей приписывается по ее массе 10-12 масс Солнца, то в нашей темной гале должны быть субгалы, клочки темной материи меньшего размера, которые нападали, которые еще не успели размазаться по всему объему. И этих клочков, этих субгалов, по расчетам, опять же, модели, получается порядка 10 тысяч. Вы представляете, как оно все время должно стучать по диску нашей галактики? Оно должно стучать и греть. А он вот почему-то последние 8 миллиардов лет остается тонким. Вот, ну, тут красивые картинки, которые вот эти три пункта, они просто иллюстрирую. Это большой мерзень. Модельный расчет компьютерный. Вот сливаются две галактики, у них образуются приливные хвосты. Здесь учитывается и темная материя, и газ. Вот SPH-симуляция, это значит, что с учетом гидродинамики, smooth particle гидродинамик. Вот. И хвосты, которые получаются приливные, вот сначала были две такие дисковые галактики, а при сближении гравитация вытянула наружу вот такие вот приливные хвосты. Поскольку там есть газ, развивается гравитационная неустойчивость, и в хвостах идет звездообразование. Вы можете тут видеть такие точечки конденсации. Вот. В этих конденсациях идет звездообразование, формируется как звездные скопления, ну, с массой вот, типа шаровых, там, 10-5, 10-6, так могут формироваться даже карликовые галактики. Это особый класс карликовых галактик, они называются приливные карлики, с массами до 10-9 до миллиарда солнечных масс. Вот. Но конечный продукт такого слияния, вот этот газ вдоль хвостов уходит наружу, примерно 10% всего газа галактик. Остальные 90% падают в гравитационный центр двух систем, быстро проходит звездообразование. И конечный продукт, который вот здесь останется, это сфероид без газа, с хаотическим движением звезд, то есть со слабым вращением. Вот, типичная эллиптическая галактика. Ой, так, потеряла, сейчас. Значит, это вот были нарисованы модельные расчеты больших слияний, большого мерзенка, когда соотношение масс галактик близкие, не меньше, чем 1 к 4.
влияние рассчитано вот здесь. Вот здесь, в момент времени Т0, мы смотрим на дисковую галактику серебра. Тут два варианта. Либо дисковая галактика с Балджем с небольшим, либо просто чистый диск, то есть это СЦ, СД, совсем поздний тип. Вот мы на нее смотрим серебра и видим, что диск был тонкий. Дальше включается стандартная динамическая эволюция, вот в рамках стандартной космологической модели, когда начинают падать мелкие субгалы темной материи. И вы видите, что через 5 миллиардов лет, вот тоже вид, так сказать, тот же самый вид серебра, и вы видите, что из тонкого диска получается диск весьма толстый. Это модельные расчеты. Вот это как раз то, чего не наблюдается в действительности. Особенно у галактик поздних типов диски на самом деле очень тонкие. Вот такого вот, обещанного нам теоретиками, мы не видим. И, наконец, для чего могут пригодиться холодные потоки газа вдоль филаментов? Вот. Это очень любопытная вещь, которая была открыта ультрафиолетовым спутником Галлекс. Галлекс — это был совсем небольшой телескоп, 60 сантиметров диаметром, запущенный в космос. В ультрафиолете, короче, 3000 ангстрем, мы здесь на Земле ничего видеть не можем, все поглощает атмосфера. Поэтому, чтобы увидеть в ультрафиолете, нужно выходить в космос. Был запущен телескоп небольшой, который просто закартографировал там большие куски неба, то есть представил изображение галактик в двух ультрафиолетовых полосах. Это далекий ультрафиолет 1200 ангстрем и ближний ультрафиолет 2500 ангстрем. Мы впервые увидели изображение галактик в ультрафиолетовых лучах. Ультрафиолетовые лучи — это жесткое излучение, оно в первую очередь поставляется молодыми звездами, то есть ультрафиолетовое излучение — это признак звездообразования. Звезды где-то до 4 масс Солнца, наоборот, больше 4 масс Солнца, и с возрастом меньше 10-8 лет, вот как раз способны дать ультрафиолетовый континуум, который мы видим с помощью телескопа Галлекс. И вот что сразу обнаружилось. Здесь 4 изображения для одной и той же галактики, и здесь 4 изображения для одной и той же галактики. Вот правый верхний угол — это ближний инфракрасный диапазон, 2 ангстрема — это старые звезды, совсем старые. Вы видите, какой размер галактики здесь, и какой размер этой же галактики в ультрафиолете. Значит, шкала здесь одна и та же. Если мы будем двигаться из ближнего инфракрасного диапазона в оптический диапазон, вот эти картинки правые и нижние, это обзор СДСС, это уже оптические лучи. Мы видим, что кроме красной центральной части, тут уже есть некая голубая часть, это спиральные ветви в диске, в оптическом диске галактики. Но тем не менее, даже сравнивая вот эту картинку с вот этой, вы видите, что в ультрафиолете диск несколько раз больше, чем он был виден даже в синих лучах в оптике. То есть на периферии галактик, вне их видимого оптического изображения, идет звездообразование. Оно идет там прямо сейчас. Мы это видим в ультрафиолете. И вот для того, чтобы подпитывать звездообразование именно во внешних частях диска, очень хорошо бы пригодились как раз вот эти холодные потоки натекающего газа. Вообще аккреция холодного газа извне — это необходимый атрибут любой модели эволюции дисковой галактики. Откуда сначала взялась эта идея? Она взялась при первом рассмотрении химической эволюции галактик. Вы знаете, что все элементы тяжелее, скажем, лития и бериллия, это
продукты нуклеосинтеза в звездах. Вся таблица Менделеева, она должна была пройти через термоядерные реакции в звездах. И таким образом у нас, в принципе, должна быть связь между темпами звездообразования и темпом увеличения содержания тяжелых элементов в галактике. Но когда первое, что взяли нашу собственную галактику, где идет звездообразование так аккуратно, ну, с небольшим темпом, несколько там нас Солнца в год, но регулярно, стабильно, последние несколько миллиардов лет в диске звездообразование идет, и посмотрели содержание тяжелых элементов в звездах. В нашем диске есть звезды, только что родившиеся, а есть звезды с возрастом несколько миллиардов лет. Есть рассеянные скопления в диске нашей галактики с возрастом 9 миллиардов лет. Вот когда сравнили химический состав звезд молодых и старых в диске нашей галактики, оказалось, что содержание тяжелых элементов в среднем одинаковое. Такое впечатление, что хотя звездообразование шло, но химическая эволюция не шла. То есть почему-то содержание тяжелых элементов не увеличивалось на протяжении последних там, 8 миллиардов лет. Чтобы разрешить этот парадокс, его назвали парадоксом Ж-карлика. Это в первую очередь было обнаружено в звездах класса Ж. Это как наше Солнце. Звезды с массой одна масса Солнца, они могут быть как очень старыми, так и только что родившиеся. Поэтому, исследуя Ж-карлики, вы захватываете полный диапазон возможных возрастов звезд. Вот парадокс Ж-карликов привел к тому, что народ задумался и придумал, что эволюцию нашей галактики невозможно себе представить без постоянного поступления газа извне. Своим собственным газом мы обойтись не можем, тем, который мы видим в диске нашей галактики. Обязательно должна идти постоянная аккреция холодного газа извне, причем этот газ должен быть сильно обедненным металлом. Ну, то есть то, что, собственно, нам Декель с учениками обещал, холодный газ с нулевой металличностью, с первичным химическим составом. Это то, что нужно для того, чтобы построить теорию химической эволюции дисковой галактики, такой, как наша. Ну, а потом, так сказать, дальше больше, когда навели статистику темпов звездообразования и сравнили с характерным обилием молекулярного газа в галактиках, то оказалось, что существует стандартное время исчерпания газа. То есть берем совокупность дисковых галактик в ближней Вселенной, делим количество газа на темп звездообразования и получаем, что во всех дисковых галактиках время исчерпания газа 2-3 миллиарда лет, а возраст дисков 8-10 миллиардов лет. Таким образом, вот тем количеством газа, которое имеется в дисках, не обойтись. Опять же, очень хорошо было бы, если бы снаружи газ все время подпитывался, причем постепенно народ пришел к мысли, что темпы внешней аккреции должны быть примерно равны темпам звездообразования диска. Сколько газа упало, столько перешло в звезды. То есть система находится в таком стабильном состоянии. То есть вот холодные потоки Декеля хороши абсолютно всем. Они согласуют картину самой разнообразной эволюции дисков в галактиках. Вот они объясняют вот эти ультрафиолетовые протяженные диски. Вот, они объясняют момент, они много что объясняют, единственное, что вот с точки зрения теории пока не до конца обоснованы. Нашу эпоху больших телескопов, очень частотных приемцев, эволюцию галактик стало изучать просто, потому что телескопы рассматривают всю Вселенную практически до момента начала формирования галактик. Поскольку свет имеет конечную скорость распространения, то чем дальше мы смотрим, тем в более раннюю эпоху мы видим галактику. То есть если мы смотрим на галактику на красном смещении 0,5, то эту галактику мы видим 5 миллиардов лет назад. От нее 5 миллиардов лет шел свет до нас. Если мы смотрим на красное смещение единица, то мы видим галактику 8 миллиардов лет назад. То есть вот возраст диска в нашей галактике 8-9 миллиардов лет, он сформировался как раз на смещении единица. И вот этот диапазон красных смещений
четыре европейских телескопа Южной Европейской обсерватории ВЛТ уже просмотрели просто в склянь. То есть, когда были запущены эти телескопы в 1995 году, была поставлена глобальная задача изучения Вселенной до красного смещения единицы. И там прошли обзоры, которые вообще все пересчитали, все измерили. И эту Вселенную мы видим очень хорошо. Сейчас самый рабочий диапазон красных смещений больших телескопов — это двойка-тройка. Это сейчас самое такое горячее место. На красном смещении тройка мы видим галактики, сформировавшиеся, которым всего, грубо говоря, они находятся во Вселенной, которой всего 2 миллиарда лет от роду. И на красном смещении 5 мы видим галактики, которые находятся во Вселенной всего лишь 1 миллиард лет от роду. Вот таким образом вся эволюция Вселенной просматривается насквозь. Можно уже не мучиться с близкими галактиками, можно смотреть на разные красные смещения и выстраивать эволюционную последовательность. Какие были галактики 12 миллиардов лет назад, какие были галактики 10 миллиардов лет, какие они были 8 миллиардов лет назад. Существуют, конечно, трудности, связанные с тем, что когда мы смотрим на большое красное смещение, мы вдруг видим население галактик, аналогов которым рядом с нами нет. И как связать близкие морфологические типы с теми, которые мы видим на красном смещении двойка-тройка, это одна большая и, грубо говоря, теоретическая задача. Но вот космологи пока решают не ее. Эту задачу пытаются решать наблюдатели. Халлоуский космический телескоп с его беспрецедентным пространственным разрешением, буквально сразу после запуска, после починки в 1994 году, был сориентирован на исследование морфологии галактик в далекой Вселенной. Как это делалось? Выбрали площадку на небе, на которой ничего нет. Вот совсем ничего мы с Земли там не видим. Размер площадки небольшой, это вот всего где-то 2-3 угловых минуты. Но тем не менее, вот эту площадку Хабловский телескоп начал наблюдать, копить изображение, и копил его в общей сложности, экспозиция составила около 2 недель. И получилось глубокое Хабловское поле. Вот на площадке, на которой с Земли не было ничего, вот такое количество объектов было обнаружено. Большая часть этих объектов — это галактики. На площадке, на первой глубокой Хабловской площадке, сейчас таких полей уже несколько, на самой первой глубокой Хабловской площадке было обнаружено 9 нормальных звезд, около 40 белых карликов слабых и больше 3000 галактик на разных красных смещениях. Самая ближняя вот эллиптическая галактика — красное смещение 0,09. А дальше уже вплоть до красного смещения тройка, чего тут только не было. Вот, например, вот эта красивая спиральная галактика, видимая плашмя, находится на красном смещении 1. Из-за того, что у Хабловского телескопа очень хорошее пространственное разрешение, ну, в то время, в 90-е годы, оно было на порядок лучше, чем у лучших земных обсерваторий, вот морфологию стало возможно изучать в деталях глазом даже для таких маленьких, далеких галактик. И что же обнаружилось? Обнаружилось, что до красного смещения единицы морфология галактик менялась. То есть вот галактики на красном смещении единицы, они выглядят точно так же, как спиральные галактики рядом с нами. Это те же самые спиральные галактики, ну потом, так сказать, померили уже размеры, характерные масштабы, химию померили. Они ничем не отличаются от того, что красное смещение двойка-тройка. В галактиках еще очень много газа. Еще газ, малая часть газа перешла в звезды, и поэтому вот эти диски галактические, там газа больше, чем звезд. Если, допустим, в нашей галактике доминируют в диске звезды, а газ составляет всего лишь несколько процентов, то на красном смещении двойка-тройка
газ в диске составляет более 40% всей массы барионов. И когда газ доминирует со своей вязкостью, со своим давлением, то работает гравитационная неустойчивость, он, газовый диск, разбивается на крупные комки, причем получается, вот и по расчетам так получается, что эти комки должны быть очень крупные, характерные размеры до килопарсека. В них идет очень интенсивное звездообразование с характерным временем 10⁸ лет. И эта кратковременная стадия должна приводить к тому, что за время 100 миллионов лет большая часть этого могучего газа перейдет в звезды и сформирует толстый звездный диск. Вот оттуда, С2-3, должны выходить толстые звездные диски с толщиной где-то вот килопарсек 1.5. В нашей галактике есть такой толстый диск. В окрестностях Солнца найдены звезды, принадлежащие толстому диску. Это подсистема. Ну, у нас она примерно в 10 раз меньше по массе, чем наш тонкий диск, но тем не менее совершенно четко выделенная подсистема со своим химическим составом и с характерной толщиной распределения вот по вертикали порядка 1.5 килопарсека. Толстые диски — это реальные подсистемы, и вот теперь мы наконец поняли, где и как они формируются. Но это все, вот вся эта феноменологическая картина, к сожалению, никак не вписывается в иерархическую парадигму, которую нам представляют космологи на основе космологической модели с холодной темной материей. Морфологию они выводят вот из того, какое последнее событие в жизни галактики состоялось, было ли это большой держит, или это была стадия плавного накопления газа в диске. И вот разбив модельные уже галактики по морфологии, по этим эволюционным признакам, они строят зависимость красного смещения последнего слияния, ну а тут вот количество таких галактик, распределение близких галактик по времени последнего слияния, последнего большого слияния. И упорно получается, что для эллиптических галактик время последнего слияния, вот какую схему не возьмите, а тут нарисованы модели двух разных групп расчетчиков. У них, в общем, ну, существенно разные системы расчета, но тем не менее, какую систему не возьмите, вы упорно получаете для эллиптических галактик время последнего слияния 0,4-0,5. 0,4-0,5 — это 4,5 миллиардов лет назад. При слиянии двух спиральных галактик 4,5 миллиардов лет назад весь газ этих галактик, как я уже сказала, должен был падать в центр, там должно было состояться мощное звездообразование, и мы должны видеть в эллиптических галактиках в центре звезды с возрастом не старше 4-5 миллиардов лет. Мы этого не видим. Эллиптические галактики вблизи нас безнадежно старые, причем существует корреляция. Чем больше массы эллиптической галактики, тем старее ее звездное население. И вот эта корреляция, то есть тут уже, так сказать, простыми космологическими моделями обойтись невозможно, космологи начинают идти на ухищрение. Нужно каким-то образом сформировать эллиптическую галактику и не дать ей образовывать звезды в центре. Что-то должно происходить при слиянии, что становится звездообразованием. Чтобы была корреляция сказала, чем массивнее эллиптическая галактика, тем старше ее звездное население, нужно, чтобы вот этот источник остановки звездообразования, тем лучше работал, чем больше масса галактик. Самый хороший кандидат на эту роль – это центральная черная дыра. Известно, что в центре галактик находится сверхмассивные черные дыры, и чем массивнее сфероид галактики, если это эллиптическая галактика, то чем больше масса всей галактики, тем больше масса центральной черной дыры. Существует четкая корреляция центральной черной дыры от общей массы сфероида. И вот если мы эту черную дыру зажжем, вот так, чтобы она грела все вокруг,
и разгоняла газ холодный, чтобы она холодный газ превратила в теплый и остановила звездообразование, то тогда мы получим действительно корреляцию возраст-масса галактики. Потому что чем больше галактика, тем больше ее черная дыра, тем она эффективнее останавливает звездообразование, тем на раньших этапах это могло произойти. Идея сама по себе хороша. Вот она вот здесь она дивно работает. Наблюдение — это лучший враг расстроенной теории. Когда галактики просто пересчитали на разных красных смещениях по интервалам светимости. То есть пересчитали отдельно карликовые галактики, отдельно средние, отдельно массивные. И построили вот такие вот функции светимости. Черные точки — это наблюдение. Функции светимости в интервалах в разных смещениях, вот, вплоть до красного смещения тройка, распределение галактик, числа галактик по светимости. Вот. То все модели, которые существовали до этого, они подгонялись на красное смещение 0, а на больших красных смещениях они пошли в разнос. Ну вот характерная картина, допустим, вот эта. Модели предсказывали слишком много карликовых галактик и слишком мало галактик гигантских. То есть наблюдение на красном смещении двойка давало примерно в 100 раз больше наблюдаемых галактик с массой 10 в 11 массы Солнца, чем предсказывали модели. Ну, иерархическая схема. Маленьких галактик должно быть много, а большие образуют столько вот потом как-нибудь на поздних стадиях слияния. А больших галактик оказалось сразу очень много. На больших красных смещениях. И вот серая полоса — это как раз благоприятное включение вот этого самого фидбэка, обратного эффекта. Вот. Если включить могучую черную дыру в массивных галактиках, вот, то удается теоретическую функцию светимости немножко перекосить, и вот сколько хотите, столько и получите массивных галактик, можно даже получить больше, чем наблюдение. Фидбэк сама по себе идея очень хороша, но, опять же, нужно подтверждать наблюдение. Сейчас отлетал инфракрасный телескоп Гершель, который измерял темпы звездообразования в галактиках по далекому инфракрасному диапазону, по теплым пылям. И вот последние результаты Гершеля, которые в прошлом году я слушал, не дают никакой корреляции между активностью центрального ядра и темпами звездообразования в галактике на красных смещениях двойка-тройка. То есть пока что в наблюдениях работа центральной черной дыры по остановке звездообразования не наблюдается. Не наблюдается. Хотя жизненно необходим этот эффект для того, чтобы модель подогнать к наблюдению. Ну, вот красивое слово «даунсайдинг» я хотела вам еще навесить. У нас все красивые слова, к сожалению, английские. Это прямой наблюдательный результат, противоречащий иерархической схеме. Если в лямбда-CDM модели должно быть много карликов, галактики, они должны образовываться первыми, то на самом деле, чем дальше мы смотрим по красному смещению, тем мы видим больше массивных галактик, абсолютно сформировавшихся. Вот здесь разным цветом это разные массы галактик по вертикальной оси, доля звездной массы, уже полностью собранной в галактике данных масс. Вот это самые массивные галактики 10-12 масс Солнца, барионные. На красном смещении тройка их уже наблюдается, уже вот при нашей технике наблюдений этих галактик наблюдается ровно столько же, сколько их рядом с нами. 100%. Они все уже были на месте через 2 миллиарда лет после Большого Взрыва. Все массивные галактики уже были на своих местах. Как это может в лямбда-системе модели сформироваться, это вот одна большая загадка. Карликовые галактики со временем, вот время шло, и со временем основное звездообразование переместилось в галактики малых масс.
Малые галактики продолжают формироваться до сих пор у нас на глазах. Вот сейчас вся основная эволюция, я с этого начала, что звездообразование идет в дисках, оно идет не просто в дисках, оно идет в дисках малых масс. Основное звездообразование, основная эволюция сейчас идет в дисках малых масс. Вот этот даунсайзинг – это переход основных эволюционных событий от больших масс к малым массам. Это наблюдательный факт, который прямо противоречит иерархической концепции лямбда-системы модели. Вот. Ну вот к вопросу о том, что карликовые галактики продолжают формироваться до сих пор. Была такая красивая идея в 80-е годы, тоже очень физичная идея. Вот поразительно, чем красивее, чем физичная идея, тем меньше шансов у нее потом подтвердиться наблюдение. Это просто рок. Значит, красивая идея Джойсинга о том, что когда вы начинаете звездообразование в карликовой галактике, то звезды быстро греют газ, и вот как раз срабатывает обратный эффект, газ уходит, звездообразование прекращается из-за того, что неглубокая потенциальная яма, из-за того, что невелика масса галактики. Если же галактика массивная и в центре потенциальная яма глубокая, то газ, даже получив энергию от молодых звезд, не сможет уйти, и звездообразование пройдет до конца. Этот эффект тогда, в 80-е годы, объяснял известную корреляцию металличность-светимость, то есть чем крупнее, чем массивнее, чем ярче галактика, тем больше в ее звездах и газе тяжелых элементов. Вот этот простой эффект сразу все объяснял. Но он заложен во многие схемы эволюционные. Все было хорошо до тех пор, пока не стали в карликовых галактиках нашей местной группы, в спутниках нашей галактики, не стали просто пересчитывать звезды напрямую и определять их возраста. Вот это для карликовой сферидальной галактики Лео-1 пересчитаны звезды и построена зависимость возрастов звезд, зависимость количества звезд от их возрастов. То есть это напрямую построена история звездообразования данной галактики. Это карликовая сферидальная галактика, сейчас там газа нет. Это вот именно то, что совсем недавно считали кирпичиками первой карликовой галактики, сформировавшиеся на самых начальных этапах эволюции Вселенной, быстро потерявшие газ, потом они могут мирно сливаться и формировать большие электрические галактики. И что же мы видим? Мы видим, что звездообразование Лео-1, значит, началось 13 миллиардов лет назад, но это, так сказать, оно привязано к этой дате, и продолжалось буквально до последнего миллиарда лет. Оно прекратилось всего миллиард лет назад. История звездообразования шла многие миллиарды лет. Не терялся звездообразование, шло, а газ не уходил. Или уходил и возвращался, недалеко уходил. То есть этот механизм совершенно не работает. Все истории звездообразования в близких карликовых сферидальных галактиках местной группы, они все протяженные. И теперь уже то, что эти галактики сейчас не содержат газа, связывается не с тем, что там прошло звездообразование, сработал фидбэк и газ ушел, а исключительно с динамическим эффектом, связанным с приближением спутника к нашей собственной галактике. Чисто за счет гравитационного разогрева газовой подсистемы, именно в последние миллиард лет назад, когда спутник подошел уже близко, газ мог уйти. А так там все было нормально, звездообразование продолжалось. С эллиптическими галактиками тоже нехорошо. Когда стали с высоким пространственным разрешением измерять размеры эллиптических галактик на больших красных смещениях, вот здесь вот вплоть до красного смещения тройка, характерный радиус, ну, по отношению вот к современной эпохе, то оказалось, что очень быстро эволюционирует размер. Эллиптические галактики на красном смещении двойка были очень маленькими. Они были где-то раз в 6 меньше, чем близкие к нам эллиптические галактики, заметьте, той же массы. Существует корреляция размера масса, но если брать одну и ту же массу, то размер за последние 10 миллиардов лет увеличился в разы. Это значит, что плотность упаковки звезд в центре таких галактик
на два порядка изменились за 10 миллиардов лет. Это наблюдение, это чистое наблюдение, оно было совершенно неожиданным, потому что большой нержин, который до сих пор считался главным механизмом формирования генетических галактик, такой эволюции не дает. Вот на этих картинках сравниваются близкие эллиптические галактики и эллиптические галактики на красном смещении двойка, вот 2 и 3 в данном случае. И стрелками показаны три механизма эволюции разных параметров: радиус, масса, плотность, масса. Вот здесь вот дисперсия скоростей, масса. Разный цвет стрелок – это разные эволюционные события, разные механизмы эволюционные. Большой нержинг – это синий, малый нержинг – это зеленый. И расширение за счет фидбэка, за счет активности ядра, центральной черной дыры – это красная стрелка. Так вот, если мы заложимся на большой нержинг, то мы увидим, что эволюция эллиптических галактик от красного смещения двойка приводит их на данную эпоху туда, где просто ничего нет. Если мы вот эти галактики на красном смещении двойка будем сливать большим нержингом, то у них будет размер расти медленнее, чем масса. И мы должны вот из этих галактик получить объекты с массами, со звездными массами 10 в 13, таких галактик рядом с нами нет. Вот. Поэтому механизм формирования гигантских эллиптических галактик большим нержингом подвис именно вот с точки зрения наблюдательных фактов. И сейчас наиболее популярна идея малых слияний. То есть, что как формируется эллиптическая галактика? Мы имели сначала какую-то затравку, очень компактную, очень плотную, и на нее последние 10 миллиардов лет падали мелкие спутники. Вот если много раз уронить, то малый нержинг как раз вот он лучше увеличит размер, чем массу. Там закон соотношения массы и размера получается другой, и масса увеличится не сильно, а вот размер увеличится сильно, и мы придем на наблюдаемые зависимости для близких галактик. То есть и для эллиптических галактик большой нержинг сейчас как непредпочитаемая схема формирования. Ну вот, вот тут я, собственно, выписала только некоторые из проблем, про которые я говорила. Это проблемы, связанные с или прямым противоречием наблюдений и теории, или с непроработкой каких-то конкретных механизмов, которые могут объяснять наблюдательные данные, которые должны теоретиками внимательно рассматриваться и разрешаться. Но пока вот это те пункты, по которым решения эффективные еще не предложены. Эллиптические галактики. Где все-таки большой нержинг? Большой нержинг обязан быть. Мы его не видим. Мы не видим ни событий большого нержинга в нужном количестве, ни последствий этих событий среди близких к нам галактик. Почему у спиральных галактик такие тонкие диски? На них все время должно что-то падать. Диски должны греться. Почему они такие тонкие? И как вообще могут возникнуть гигантские диски без балжи? Рядом с нами есть такие галактики, они, так сказать, вот Джон Корменди очень любит их по именам перечислять. Гигантская спиральная галактика с очень маленькой балжей, с исчезающей малой. Как она могла сформироваться, если в схемах лямбда-CDM моделей нержинги чередуются с вот этими спокойными этапами аккреции? И, наконец, откуда брать спиральным галактикам газ для аккреции, для постоянной равномерной аккреции на диск? Эта аккреция совершенно необходима для многих, для объяснения многих наблюдательных явлений, но пока что мы не можем указать пальцем, откуда идет этот газ и как именно, в каком режиме он на галактику натекает. И теоретики нам в этом смысле пока что
сильно не помогли, потому что даже идеи Дегеля о холодных элементах, которые могли бы многое поддержать, многое объяснить, они пока что среди теоретиков общепринятыми не являются. Ну вот это на этой оптимистической ноте. Маленькое отступление. Сейчас начинается прием студентов, абитуриентов вот, на физику и на астрономию. Там есть представитель нашего астрономического отделения. Вот. Ну, вот, и, ведь один из них рассказывал, что мальчик попался очень такой способный, с большим количеством баллов, идет на физику. Вот. Ну, ему предлагают, а что, давай к нам на астрономию. Он говорит, а что туда идти, тут все уже открыто и все сделано. Вот, теперь, пожалуйста, вопрос. Вот комбинаторного хаба, если подразумевается под условной эволюция слева направо, то в правой части все-таки получаются голубые галактики, а там голубые звезды молодые, в отличие, например, красных, которые может быть более старые. Поэтому вот как-то не совсем понятно, почему, если слева направо, с правой стороны голубые и более молодые звезды голубые. Значит, что вам непонятно? Что, что они молодые, в смысле, вот я правильно понял, что голубые молодые? Да, да. И они, но они с правой стороны. Да? Да. Ну, если, допустим, как Хаббл думал, эволюция идет слева направо, то вот опять же газ натек, звездообразование пошло, появились молодые звезды. Ну да, в процессе. Так, пожалуйста, вопрос. Вот есть такое предположение, что в некоторых галактиках имеется большое скопление небольших черных дыр. И вот они как раз влияют на формирование этих потоков, которые газа в галактике. Вот это, кстати, очень хорошо многое объясняет формирование этих потоков. А что он объясняет? Ну, если у нас получается на краю галактики такое большое скопление. Во-первых, они создают как бы дополнительное гравитационное притяжение, которое не ядро галактики, а... Ну, это, допустим, может объяснить плоские кривые вращения. А что еще это может объяснить? И массивность, например, крупных галактик тоже может. Ну и все. То есть вы, допустим, хотите заменить темную материю черными дырами. Пожалуйста. Почему нет? И может быть даже то, что вот спиральные галактики как раз это такие... Плоские тоже может это объяснить. Спиральные галактики плоские, потому что крутятся. А почему они тонкие, этого никто не знает. Черные дыры вам это не объяснят. Особенно если они на периферии. Они у вас на периферии, а тут-то почему тонко? Ну, как раз вот между гравитация равномерно распределяется между ядром и периферией галактики. Не хватает. Гравитации в центре не хватает. Для этого не нужно массивных черных дыр, массивных головок выполняют функцию. Нет, ну, молодой человек хочет заменить массивные головки на черные дыры. Но тогда, если вы хотите их сажать в диск, черные дыры, тогда у вас не будет гравитации нужное количество в центре. Правильно? Есть такой красивый эффект, который называется динамическое трение. Массивный объект просто сползает в центр. Ну, это дальше начинается. А вот просто продолжение вопроса хотел бы к вам еще 3 копеечки спросить, типа очки. А красные галактики тогда получается, они за счет чего красных? За счет того, что молодых звезд нет. Если красные гиганты, там, соответственно, нет. Что-то. Ну да, красные гиганты. Ну или может быть внизу там тоже красные. Там, вот. Внизу что? Ну, главное, звездная последовательность, если красный цвет, он, потому что тоже звезды есть, обязательно гиганты. На самом деле, у эллиптических галактик спектр очень похожи на спектры красных гигантов. То есть, хотя по числу красных гигантов меньше, чем карликов, но по светимости они доминируют в общей светимости. Ну, поэтому в целом красный. Так, пожалуйста. Правильно я понимаю, что эллиптические галактики, вот у них общее вот это вращение сильно медленнее, чем у спиральных, и это влияет на их форму. То есть форма спиральных, она плоская из-за того, что большое вращение. Да. Или, два параллельных не связаны. Форма спиральных плоская из-за вращения, а вот форма эллиптических формируется не вращение. Это раньше думали, что
центробежный, да, эффект определяет вот эту форму. Оказалось, что нет. А всегда они вращаются сильно медленнее, чем требуется форма. Да. А всегда ли они вращаются в той плоскости, в которой они сплющены? Или бывает, что вот так? Да, вот, как вот, вот так тоже бывает, да? А, то есть вот эта форма не говорит о том, что... И вот так бывает. Ну, понятно. Но они тоже вращаются как целое. Или там каждая звезда совсем своя? У каждой звезды своя, да, но у них есть мы можем уловить какое-то вот общее, общее, да, как диски галактики, такой спираль. Да? Спасибо. Так, еще, пожалуйста. Вот. Вопрос есть? А, да. Когда мы говорим о галактиках, мы всегда имеем звезды. Близко как? В галактиках звезды доминируют, да. А тут, когда вы рассказывали о распределении процентном соотношении на всех спиральных галактиках, это имеется в виду все галактики, включая карликовые или среди крупных галактик? Ну, это скорее да, среди крупных более там ярких, чем минус 17 Хб. Ну, и тогда вопрос, а карликовые галактики, они могут представить спиральные? Потому что нет, не встречается, да. Вот самые слабые спиральные галактики это где-то минус 17, да. Ну это еще тогда, вот когда ты, по-моему, решила все-таки обожжем, можно говорить, и образуются приливные хвосты, на которых вот идет эти приливные карлики, они должны они тогда должны наблюдаться. Они наблюдаются. Да. Нет, нет, там да, это уже целый особый тип галактик. Наблюдается. В антеннах наблюдается. Ну, еще когда о размерах эллиптических галактик, то есть когда они были значительно меньше, они были тоже массы. То есть Понимаете, что вот это вот расплывание произошло по каким-то причинам вот за последние несколько миллиардов лет. 10 миллиардов. Причины, они да. Как бы совершенно да. Не важны. Да. 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 Потому что если гравитация, то скорее На самом деле, когда сливаются звездные системы, то там вот релаксация, перекачка энергии между звездами приводит к тому, что центральные части разбухают. Вот эти центральные радиусы, они действительно увеличиваются при любых слияниях. Но тут вопрос баланса, насколько увеличится при этом масса галактики и насколько увеличится размер центральной части. Вот расчеты показывают, что большой мерзинг, он слишком быстро увеличивает массу, и для такого быстрого увеличения массы недостаточно увеличивает размер. И еще тогда вопрос по большому мерзингу. То есть получается, что мы в конце действительно неутешительным образом пришли к тому, что и спиральные галактики образуются за счет большого мерзинга, и эллиптические. Откуда они? Спиральные галактики не могут образовываться за счет большого мерзинга, потому что у них есть диски, а диски не пожирают. Малый мерзинг, он должен быть. Должен. Да, но тогда получается, что эллиптические также. Да, и спиральные. Да. А почему различаются типы? Если вы спросите мое мнение, это пока совершенно не общепринятая точка зрения, то я считаю, что все дело в геометрии. Если у вас аккреция, допустим, газовая, идет в диске, то вы можете получить ламинарное течение, натекание и тонкий холодный газовый диск. Если же падает под углом, то у вас, конечно, будет греться и распухать. И когда много падает под углом, то эллиптическая галактика будет формироваться. Множественные малые мерзинги. Если вот статистику посчитать, то на какой дает распределение? Наблюдательную статистику я вам показывала, а вот модельная статистика, просто я в ней совершенно не верю, потому что вот результат модельного формирования галактик дает статистику, которая полностью идет вот поперек наблюдаемой. Сейчас считается, что да, есть целые, так сказать, команды, которые с азартом ищут черные дыры в центрах карликовых галактик и находят. И тогда такой вопрос, а как вы считаете, что первично? Образовалась, вначале была черная дыра, и потом на нее как бы вот это вещество, которое там. Или они уже, она образовалась уже позже? Ну вот у меня лично почтений нет, а общественное мнение
очень разнообразно на эту тему. Кто считает, что было сначала яйцо, потом курица? Есть мнение, что яйцо, что курица — это просто промежуточный этап, посредством которого одно яйцо рождает курицу. Этого тоже нет. Есть экзотические модели, как можно сравнить. Понимаете, фишка в том, что на красном смещении 6,5, те, которые там видят, это масса 10, масса черных дыр, 10, 9, 10, 10 масса. То есть, ну никто не знает, как за такое время, за полмиллиарда лет, в нормальных условиях сформируется одну черную дыру. Вот то, что говорил уже Касьян, я вот проиллюстрирую этот пример полного рассосования, плоскостей, вращения. Вот это диск, но это внутренняя область одной из галактик, где звезды распределены по-своему, а вращающийся диск стоит торчком. Перпендикулярно. Это то, что упоминал Касьян. Вот. Это вот как раз линзовидная галактика, да, на которой аккреция шла. Да? Не в плоскости. И уже когда она уже... Например, там, у японцев я слышала коллапс черной дыры, вот прям сразу образуется сначала массивный газовый диск, очень компактный. Из-за того, что он компактный, очень массивный, то он мгновенно весь ссыпается в черную дыру. Ну, вот, нет, модели есть, но дело в том, что, во-первых, их много, да, выбрать из них пока нельзя. Во-вторых, действительно, проверять надо. Можно еще сказать дополнение? К этому дополнению можно? Да, вопрос. Вот в этих моделях, где динамика идет темной материи, которую в самом начале вы показывали, вот в этих моделях при расчете черной дыры образуются темные материи? Или они дают тут не дочитывают? Если их вот в этих моделях формировать, то они образуются медленно. Медленно, то есть не так быстро, как должны. Ну, вот да, с тем, что на красном смещении 6,5 черные дыры, 10, 9, 10, 10 масс, такой стандартный сильный не получается. Вот, да. Виктор Сынович, интересно, ваше огромное спасибо за лекцию замечательную. Будто зеленые долины. Там голубое облако было. Нет, вот по распределению звезд, избыток цвета, там голубое облако. Красная последовательность. А, сколько их? Нет, вот почему? Почему? А, ну это есть такая точка зрения. Народ считает, что в основном эволюция идет... Уже переключили. Значит, красная последовательность, голубое облако. Общественное мнение было. Общее, что эволюция идет из голубого облака на красную последовательность. Движение достаточно быстрое, значит, вот шло звездообразование, и потом его прекратили. Ну и разными способами можно прекратить звездообразование в диске, убрать газ там приливными влияниями или поместить в плотный рентгеновский газ скоплений, чтобы лобовое давление прилетало. В общем, каким-то образом газ из диска удаляется, звездообразование прекращается. Галактика эволюционирует из голубого облака в красную последовательность достаточно быстро, поэтому вот в промежутке их мало. Вот. Но лично я считаю, что с таким же успехом они могут эволюционировать из красной последовательности в голубое облако, если произошла аккреция газа. Тогда зажигается звездообразование тоже очень быстро, и галактика быстро-быстро минует эту зеленую долину. Так, вопрос еще есть? Ну, давайте последний. Скажите, пожалуйста, наблюдательный материал для этих исследований, это что, на данный момент только Хаббл или кто-то еще над этим работает? Наблюдательный материал какой? Вот, в крайней мере, то, чем вы иллюстрировали. Я иллюстрировала, значит, я показывала хаббловского как раз материала немного. У нас сейчас основной поставщик — это крупные телескопы. Это 8-метровые телескопы ВЛТ, Южная Европейская обсерватория. То есть это наземная астрономия также? То есть это наземная также астрономия? Это наземное наблюдение. Во-первых, телескоп очень крупный, во-вторых, работают системы адаптивной оптики, которые позволяют из Земли достичь пространственного разрешения, ну, где-то 0,2 секунды, это не сильно хуже, чем на Хаббле. А телескопы крупнее намного и эффективнее, поэтому больше материала идет именно с наземных телескопов. Ну, давайте последний вопрос. Ну, вот ваша лекция посвящена зарождению. До слова, латынь, в чем вообще?
следствие, да, эволюции масштабной структуры темной материи, так распределена эти 9 моделей. Поэтому и галактики также распределены. Я прошу сказать по поводу включения черной дыры, еще раз, механизм тоже аккреция. То есть черные дыры есть центр... Ты живет на самом себе? Да, да, вот именно черная дыра. Объект, она сидит, ну, считается, что она сидит в центре каждой галактики. Но активных ядер значительно меньше. Допустим, сильно активных ядер рядом с нами – это 1-2% всех галактик. Вот черная дыра есть всегда, но чтобы ее включить, на нее надо действительно каким-то образом ухитриться уронить топливо, то есть газ. Ну а рядом, что не хватает материала? Значит, для того, чтобы она... большая проблема – момент невозможно отнять. То есть газ в галактике есть, но момент вращения приводит к тому, что он на определенном радиусе сидит, и в центр не попадает. Чтобы он попал в ядро в центр, нужно его полностью отнять момент. Это большая физическая проблема, которая вот решается, решается, пока еще решается. Ну, все, что было, я что-то да, она быстро сделала. А вот снежные части уронить не можно. Там зеленый спуск, там... Да. А у нее конверт есть. Да. Показать самую необычную форму галактики, которую я когда-либо встречал на изображении. Проникновение вглубь вот с помощью космического телескопа Хаббла. Сейчас вы увидите приближение к самой галактике, самой необычной формы, которая только бывает. Так, вот мы как бы уходим вглубь пространства, то есть накапливается свет, становятся видны все более и более слабые объекты. Вот, пока еще больше звезд, а потом уже больше станет галактик. Это много, по крайней мере, галактик. Вот мы уже приближаемся к некоторому скоплению галактик, которое нас интересует. И вот тут-то мы встречаем что-то совершенно неописуемое. Значит, сейчас мы поближе подъедем, и вы увидите объект очень-очень необычной формы. Он тут немножко в стороне, там чуть подъехать к нему. Это богатое скопление галактик, вот дуги, это гравитационные линзы. Вот. Так, вот сейчас должен вроде бы выглянуть. А, куда он делся? А, сейчас вот появляется. Вау. Вот посмотрите, на что это похоже. Это похоже, вот знаете, раньше такая была игра на компьютере, где вот такой пришелец вот так вот бегал, мигал в глаза с двумя глазами. Вот. Ну вот посмотрите-ка, что это такое. Вот такой был, такая была игрушка. Если посмотреть поближе, то это будет вот сейчас. То это будет вот. Вот я его портрет показывал. Хаблский. Значит, никак, взаимодействие галактик это никакого отношения не имеет. Это на самом деле одна галактика, которая раздвоилась благодаря, так сказать, плохим оптическим свойствам гравитационной линзы, роль которого играет темная масса скопления. Два глазика это одно и то же. А? Это два глазика это одно и то же. Одно это все одно и то же.